Площадь плантаций с виноградниками столовых сортов в Дагестане составляет почти 6 тысяч гектаров. В Кайкенском районе выращивают более 30 сортов солнечной ягоды. Собирают урожай здесь с июля и до конца ноября. Трудиться сборщицы начинают с 5 утра и продолжают, пока не сядет солнце. У многих из них есть основная профессия. Работа в поле – хороший способ дополнительно подзаработать. Я в школе работаю, в кухне там, помощник повара. А сейчас, когда каникулы 3 месяца, я это для себя, для хозяйства, я это пришла аренду. Час 150 рублей, ну почти 1000 бывает, когда до 7, до 6 тоже работают, когда клиент есть. Я летом и зимой работаю здесь, обрезка сделаю, и вот это собираю виноград. И день бывает у нас 300 ящиков, иногда бывает 250. Иногда бывает 150. До обеда, до вечера работаем здесь. Абдунасир Магомедов, фермер со стажем 18 лет, говорит о том, что возделывать земли, взятые в аренду, труд нелегкий. И чтобы каждый клочок земли приносил доход, приходится идти на ухищрение. 3 года назад он придумал между виноградниками выращивать клубнику. Я лично уберу аренду на 10 лет. Пустую землю сажаю, ну, как бы вырастил виноград. Получил урожай после 10 лет, как бы возвращаю хозяину. Поэтому, чтобы ну, более рентабельнее, чтобы виноград был, мы и заодно и клубнику тоже сажаем в середине. Потому что клубника тоже, она как бы с виноградом как бы лучше показывает. И как бы на два месяца вперед клубника раньше поспевает. И сбор тоже здесь идет, потом как бы переходим на виноград. Цена ягод варьируется в зависимости от сорта и качества, от 35 до 50 рублей за килограмм. Транспортируют наши сорта чаще в Краснодар, Ставрополь и в Москву. А в Дагестане, в частности в Махачкале, по словам фермеров, сбыть свой товар им непросто. Просто виноград мы как бы выращивать умеем, только у нас большая проблема с реализацией получается. У нас как бы сельскохозяйственная республика Дагестан, одна из ведущих сельскохозяйственных республик, но как бы реализация очень тяжело, как бы в Нальчике, Пятигорске, в других республиках как бы легко на газели заезжают, легко, спокойно можно продавать свою продукцию, а в Дагестане здесь до сих пор как бы рынка нету, где можно нормально зайти и продавать свой виноград. Я хотел бы обратиться к президенту нашего Дагестана, чтобы он на это внимание обратил в первую очередь. У нас основной покупатель, как бы мы находим через Инстаграм, через ну, социальные сети, как бы потом приезжают, нравится, потом еще как бы знакомых тоже приглашают. И вот так, такая реализация как бы идет. Но предприимчивые аграрии и селекционеры, несмотря на трудности, не только выводят новые вкусные сорта, но и апробируют инновационные методы выращивания, которые дают плоды в рекордно короткие сроки. Здесь в этом году посажено 3 гектара, ну, в марте месяце. Просто я хотел вас пригласить на следующий год для интереса, чтобы вы убедились, что здесь можно больше 20 тонн как бы собрать, чтобы сами ну, наяву увидели. Такого в России как бы нету. Это как бы первопроходцы получается. Так, ну, такая технология впервые в России как бы используется. Чтобы в этом году посадить виноград, и в следующем году 20 тонн, чтобы собирать, такого нету. Совхозы, ну, СПК и так далее, ГУПы, как бы, чтобы такой урожай получать, там 5-6 лет как бы уходит на это. Чтобы получить такой урожай, надо как за ребенком ухаживать. Вовремя полив, вовремя пасынки убирать. Поднимать, подвязка, поливы и так далее. Если этого не делать, такого результата не будет. И его любить тоже надо, тоже живой элемент. Как с ним обращается, так и она тоже как бы обратный процесс дает. Он тоже как бы слышит, развивается, он тоже живой. Поэтому с ним надо с любовью как бы обращаться. Лариана Шимхалаева, Нурмагомед Магомедов, новости ННТ, Кайкенский район.